Добрый день, вы в Конструкт Ателье, меня зовут Александр. И у нас автомобиль Toyota RAV4 2016 года выпуска, на который мы установили замок Конструкт Варио механический, который блокирует одновременно и переключение коробки передач, и капот, и клавиатурный иммобилайзер SpeedRotec. Сейчас я вам покажу, как он работает, замок. Сейчас замок открыт. У нас свободно мы открываем капот. И свободно переключаем рычаг КПП. Сейчас мы закрываем капот, замок. Рычаг КПП не передвигается. Сейчас попробуем открыть капот. И также клавиатурный иммобилайзер SpeedRotec. Сейчас он заблокирован, машина не заводится. До введения кода. Вводим код. Подтверждение, верный код. Приезжайте к нам в Конструкт Ателье на установку механических и электронных средств защиты вашего автомобиля.